нам остались только его песни. Я приглашаю на сцену Евгения Чулкова, пожалуйста, Женя. Женя станет внешним в Тагиле, теперь Женя живет уже в Екатеринбурге, а внешним же в Тагиле до сих пор живет вот первая жена Высоцкого Иза. Вот Женя часто с ней тоже общается. Ты готов? Евгений Чулков. Зачем идти при полном препараде? Скажи мне, моя радость, Христа ради, а нам не одевайся, мол, я тебя стесняйся, не думал, как всегда, пойдешь ты сзади. Я платье, говорит, села у Нади, я буду нынче, как Марина Влади, и проведу хоть тресные часы свои воскресные, хоть с пьяной твоей мордой, но в наряде. Зачем же я себя утюжил, кладил? Меня поймали тут же в засаде. Ведь массовик наш Колька дал мне маску алкоголика, и на троих зазвали меня дяди. Я снова очутился в засаде. Глядь, две жены, ну две Марины Влади. Одетые животными с двумя же бегемотами, я тоже озверел и встал в засаде. А на утро дали премию бригаде, сказав мне, что на бале маскараде, как будто бы не только сыграл я алкоголика, а был у бегемотов я в ограде. У тебя глаза как нож, если прямо ты взглянешь, я забываю, кто я есть и где мой дом. А если косо ты взглянешь, как по сердцу полоснешь, ты холодным острым серым тесаком. Я здоров, к чему скрывать, я пятаки могу ломать, я недавно головой быка убил. Но с тобой жизнь коротать, не подковы разгибать, а прибить тебе морально нету сил. Вспомни, было хоть разок, чтоб я из дому убил. Ну когда же надоест тебе гулять? Пишу я, прихожу, язык со спину заложу и пишу тебя по городу шукать. Я все ноги сходил, велосипед себе купил, чтоб в страданиях облегчение было. Но налетел на самосвал, к Склифосовскому попал, навестить меня ты даже не пришла. А хирург седой старик, он весь обмяк и как тостник, он 6 суток мою рану заживал. А когда кончился наркоз, стало больно мне до слез. Для кого ж я своей жизнью рисковал? Ты не радуйся, змея, скоро выпишут меня. Отомщу тебе тогда без всяких схем. Я тебе точно говорю, остру бритву навострю, и обрею тебя наголо совсем.
Я тебе точно говорю, остро бритву навострю и обрею тебя наголо совсем. Спасибо.